Всем здорово. Едем, короче, за братаном на одну делюгу. Взяли с собой термосок. Вон чё. А тут вот мелкую он прям вон как точит-то. На корм. О, как карандаши покосил. А вот нора его. Там мы чаек с собой взяли. Пойти надо. Зубы немножко смочить. А то рассказывать вам все про это. Тоже нам нужно время. И энергию. Вон что, покосили прям. Пускай торчат. Нет, я вам обидно. Смотри, какой. Да. Три штуки маленькие. Да. Че, кидай, где будешь? Где был, ты помнишь что? А? Отсюда, наверное, да? Можно покидать. А? Флаги красные. Партизанон! Флаги, говорю, красные он подняли. Партизанон! Шнайлер, шнайлер! Конфетками вкусно на природе. 4,5 килограмм, ты говоришь, да? 3,5? Вот такой вот наборчик. За 6 тысяч. Шесть получилось. Первый заброс, да? Ну ты пробовал уже, да? На это, да. Ух ты, бля. Все, что упало. Сейчас хоп. И коряга. Но этого нам не нужно.
Clapping this? Эх, фига себе. А? Нифига себе, я говорю. Такой магнит на будущем для гвоздя хорошо, да, держать? Ведро сразу. Не, ну так, спортивный интерес. Что-то он приклеился даже. Гвоздь. О! Удачи. О, гвоздь, удача. Давай дальше, вот здесь вот тогда. Первый коп. Первый сбор, точнее. Из водоема. Сейчас финки, ножики полетят. Идет? Это ила сколько? А? Ила. Ну, конечно. Ну гвоздь-то попался он. Как? Такие мелкие. Конечно, он без воды-то хорошо, он цепляет. Дерево, раз, а? Как? Без воды? Бицепсы крутят, да? Надо себе палочку найти. Такую палочку-массажерочку. А если кабаны побегут, что будем делать? Ну, логически же они же могут. Патологически, гипотетически. Здесь, кстати, куда-то мы на этого, на змею наехали. На черную, да, вот здесь вот была она. Она уползла куда-то сюда.
вчера хоть там. Чтобы хоть не впустую, чтобы ехали-то. Исторический каком-нибудь экземпляр. Вот я не спорю. Вообще это отлично. Когда вот были бы здесь еще? Купаться заходили. Баллон таскали с собой на качестве. Да. Это вроде. Микрофон. Будем искать, чтобы был вывернут вот тут, в ту сторону. Отличная идея, кстати. Вот такая рогатюлина. Иногда, да, не обязательно, чтобы что-то получить, чтобы получить большие эмоции, не обязательно чего-то просто добиваться. Просто можно приехать вот так вот, кайфануть, отдохнуть. Здесь хочешь закинуть что? Бобры? Там же везде он кустарник он был, да? Что, так бобры погрызли, получается? Походу. Они все валят вон? Да. Им похеру. Что, грызть, да? Нет, наверное. Определенно это. Дерево.
и определенное, наверное, для здоровья. Ты мне что, чай дашь в этот раз, что ли? А где он? В зале? В ведре, да? Это остатки, все? Наверное. Ты не пьешь сейчас, что ли, его? Он еще вкуснее стал. Угу. Настоялся. На, вот еще. О! Вот коп. Металлокоп. Раньше здесь насосные станции были. Вот трубы, здесь насосы туда-сюда. Вот и может что-нибудь скидывали. А в 90-е всегда как трасса была, здесь проезжали, может кто-нибудь чем-то и скидывал. Такие. Фантазер. Ты меня называла. Как хряк, вон, чешусь об этот. Так же и я. Кстати, классная штука. Очень хорошо, классная, говорю, штука. Вот. Очень. Ага. Лягухи поспели. Все, значит, тепло будет, да? Да. А? Как там? Примета. Лягушки запели. Тепло скоро будет. А кроличьи какашки здесь, наверное, зайцы приходили. Что, сюда кидать будешь куда-нибудь? Ты прикинь, какой... Глубокий прям. Они вон как, смотри, делают. Куда это ушло? А, туда, вон. Да, запасной ход. Где-то здесь у них. Кормуха. Сейчас прям на ихнюю трассу. Дерево так сгнило и кожух остался. Я сначала тоже подумал, потом пригляделся. Это кожура. Вон там, да?
бедные не плавают, бля. А вот здесь там была, да? Ну, она там и есть. Он тоже гуляет, что ли, он где красный флаг-то висит? Стадиона. Давай, как говорится, по стаканчику вмажем, да? По соточке. Нет, по 50 коньячку деревенского такого. Оказывается, много для счастья-то и не нужно, да? Ты какого дерева? Ну, смотри, прям что. Че, непонятно дело. Не ветла. Надо где-то вот это. Такую палочку какую-нибудь. Ты как хряк. Трешься, блин. Ты знаешь, как кайфово? Понятное дело. Шумишь, а кидем. Прям так отлипает, классно становится. Я в каждом деревце таком сухом, подходящем, ищу для себя глазами этот. Образ идеального массажера. Потому что вот под лопаткой, к примеру, там ни хрена не достанешь. Самое место такое. Да? Степан, живой, что ты звонил ему? Ну, не знаю, может это. Мы уехали, он на самогон щелкнул. Заебись, да? В зале-то были? Сидели? И там первому я вышел. Серега в этом, на кухне сидит. Запах какой-то был. Самогон тут пахнет. Свежак, я говорю. Ты что, щелкнул? Да. Я говорю, где?